Книга «Открытым оком», третий том, тема молитвы, вопрос 956. Откуда известны слова молитвы в Гефсиманском саду? «Ведь Господь молился вдалеке от учеников», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. 2 Петра 1.21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Второзаконие 29.29. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Иоанна 16.13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Иоанна 16. 14-15. «Не прославит меня, Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал вам, что от моего возьмет и возвестит вам». У верующих все намного проще. Так угодно Богу, так сказал Бог, все от Бога. Но когда неверующие на полном серьезе описывают даже не слова, а мысли Олега Кошевого, которые были у него в одиночной камере, откуда он был уведен на расстрел и расстрелян, то поневоле впадаешь в искушение, на кого же они рассчитывают, когда пишут это. Сплошное вранье. И это в каждой книге, в каждом фильме, абсолютно везде.